Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом самых ленивых пельменей из лаваша. Это самый ленивый вариант пельменей, но очень вкусный и нестандартный. Такое блюдо можно приготовить в духовке или в сковороде на плите. С соусом можно экспериментировать. Морковь натрем на крупной терке. Луковицу мелко порежем, оставим в сторонку. При помощи блендера измельчим вторую луковицу и 2 зубчика чеснока. Берем 500 грамм любого фарша, у меня говядина с курятиной. Добавляем измельченный лук с чесноком, черный перец, половину чайной ложки соли, разбиваем одно яйцо. Все хорошенько перемешиваем, фарш готов. Берем лист лаваша, разрезаем его напополам. Берем половину листа, кладем на него половину фарша и равномерно распределяем по поверхности. Скручиваем плотный рулетик. Все то же самое проделаем со вторым рулетиком. Оставим рулетики немного полежать, чтобы легче резались. За это время приготовим овощную подушку. На сковороду нальем немного растительного масла, кладем луковицу, тушим примерно 1 минуту, затем добавляем морковь и тушим еще 1-2 минуты. Рулет нарезаем на порционные кусочки размером примерно 1,5 см. Укладываем рулетики на овощную подушку. Приготовим соус. Сметану посолим, по желанию добавим кетчуп или томатную пасту. Заливаем горячей водой. Перемешиваем до однородности. Заливаем пельмени получившимся соусом. Тушим под крышкой на среднем огне примерно 20 минут. Можно поставить в духовку и выпекать при 200 градусах 35-40 минут. Такие пельмени хорошо отходят друг от друга, а лаваш при приготовлении набухает и напоминает пельменное тесто. Конечно, по желанию лаваш можно заменить пельменным тестом. Получается вкусно и времени на приготовление уходит совсем немножко. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!